Только что мы закончили заседание оперативного штаба. Сергей Рафаилович поставил задачи перед всеми участниками штаба, и все разъехались по своим объектам решать поставленные задачи. Перед городской властью задачи стоят поддерживать и общественный порядок, обеспечить жизнедеятельность города. Я сейчас нахожусь в 11-й больнице, где одесситы, и не только одесситы, приезжают люди из района и массово сдают кровь. Я рад, что 3 года назад нам удалось в Одессе создать городскую станцию переливания крови и создать свой собственный городской банк крови. Сегодня мы видим, что это было необходимо. И мы с уверенностью можем сказать, что каждым днем банк крови пополняется, и мы себя чувствуем более уверенно в этом направлении. Я хочу поблагодарить всех одесситов, всех тех людей, которые приходят сдавать кровь, делать запас крови для одесситов.